Всем привет, ребят, с вами я, Русский Помидор. Сегодня я покажу, как сделать прозрачную дверь в Майнкрафте. Вот, как видите, это вот эта дверь. Она работает как обычная дверь, еще кое-как. Вот, если это, как видите, не люк, это дверь. Вот я ее взял, скопировал, это дверь. Так, вот. Она вот обычно открывается сейчас. Вот. Но можно заходить. Вот в эту дырку к вам никто не пролезет. А еще можно сделать вот так. То есть это как полублок считается. Вот на него даже встать можно. Также работает с абсолютно всеми дверями, которыми вы только захотите. Вот там. Вот, все видно. И сейчас я покажу, как ее сделать. Так, вот, берете, встаете, смотрите, на какой блок вы хотите. И пишите команду fill, координаты те же самые, и дверь, которую вам надо. Вот. И спавнится, если у вас все сработает нормально, то у вас она заспавнится. Вот, на нее можно также вставать и хвастаться перед друзьями. Всем, ладно, всем пока, с вами я был Русский Помидор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.